Завтра в Беларусь придет влажная, теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по юго-востоку республики пройдут небольшие дожди. Ночью и утром будут сгущаться туманы. Ночью воздух остынет до плюс 13. Днем ожидается потепление до плюс 19 градусов. В воскресенье в страну придет атмосферный фронт из Украины. Будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Осадки продлятся до середины следующей недели. Жертвами наводнений в центральной части Вьетнама стали 7 человек. Около 5000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за паводка на реке. Интенсивные осадки вызвали сход оползней, которые перекрыли ряд дорог. Местами обрушилось больше 400 миллиметров осадков. Дожди вызвали катастрофический оползень в Гватемале. Погибли по меньшей мере 4 человека. Почва на склонах рухнула из-за проливных дождей. В результате сдвига на жилище рухнул валун размером 3 на 5 метров. 8 домов полностью разрушены. Еще 44 здания повреждены или находятся под угрозой. 10 человек получили травмы. Всего пострадали 60. Сильные дожди также спровоцировали наводнения, размыты некоторые дороги. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Вечером пройдут небольшие дожди. Подует восточный ветер скоростью 1-3 метра в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17. Ночью похолодает до плюс 13. В воскресенье утром и вечером возможен небольшой дождь. Днем столб термометра достигнет отметки в плюс 16. Ночью воздух остынет до плюс 12. Анастасия Похлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.